Фейерверк — это символ праздника, скажете вы. Никита Грушин, режиссер короткометражки с символичным названием, не согласится. Выпускник Санкт-Петербургской школы нового кино снимал свой дипломный проект 2 недели. Идея фильма посетила автора после реальных событий. В Петербурге 2 года назад это было, задержали парня, который готовил вместе с ИГИЛом теракт, собирались взорвать Казанский собор. И ему было 18 лет, он был русский, и меня заинтересовало, как он вообще оказался во всей этой ситуации. Ну, то есть для меня это вызвало какое-то тотальное непонимание. Идея другого фильма «Невесомость» настолько захватила молодого режиссера Любовь Князеву, что она стала и оператором картины. Историю о тяжелой судьбе артиста балета снимала даже под водой. Очень много смотрела постановок с главным героем, с Алексеем Любимовым, и консультировалась тоже. То есть это такая проработка этой темы. И, конечно, для меня «Короткие метры» — это начало. Я хочу все-таки показать русский балет более глобально. Картину «Эмансипе» режиссер Дана Бакланова сняла всего за 5 дней, а монтировала почти год, все из-за финансовых ограничений. Для своей новой картины ищет спонсоров, чтобы дело шло быстрее. Впрочем, дебютную работу первым увидели вовсе не амурчане, а москвичи на московском кинофестивале «Коник». Это фильм о неуправляемой, очень мощной силе женщин, которые они иногда сами не подозревают, и которые иногда вырастают в некоторую токсичность, которую, опять же, они не замечают, и которая не позволяет, в принципе, в это пространство их появляться мужчине. А наиболее сильный отклик у зрителей «Короткого метра» нашла обычная история Екатерины Белобородовой. Главная героиня – тайная поклонница популярного итальянского писателя. Новые книги, конференции с автором – главное в ее заурядной жизни. Однажды она выигрывает в конкурсе ужин со своим кумиром. И эта встреча переворачивает ее представление о писателе и самой себе. Он полностью состоит из того, что мы не видим лицо главной героини, и крайняя сцена в фильме, когда она срывает плакат своего кумира и показывает свое лицо. Вот это прям был запоминающийся момент. В этом году на конкурс «Короткого метра» заявили 24 фильма, 10 из них – премьеры. Высшую награду «Гран-при» профессиональное жюри присудит только одной картине. Впервые в истории фестиваля автор получит денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей. Антон Филимонов, Денис Лугов, программа «Город».